Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Т» дает человеку настырность, страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Негативные качества. Возможно проявление алчности и чрезмерной амбициозности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Положительные качества. Тихие, сдержанные и застенчивые. Медленно, но уверенно добиваются своей цели. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Эти люди стараются преодолеть все проблемы и препятствия, опираясь на твердую волю, выдержку и, как мы уже говорили, огромные амбиции. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.